Ручей без названия пролегает по территории микрорайонов Семчина, Конищева, Недостоева, Борки и впадает в Аку. Предположительно, он появился в результате незаконного сброса сточных вод во враг Крутицы. Но это не единственное место, куда природоохранная прокуратура направила свое око. Организовано обследование территории ручья без названия во враге Крутицы, примыкающего к территории промышленных предприятий на улице Прижелезнодорожная города Рязани, водоохранной зоны реки Павловка и в районе ведения активной застройки у магазина «Метро», а также акватории Барковского затона реки Ака, где проводится отстой речного транспорта. И мероприятия были проведены с целью выявления нарушений и негативного влияния деятельности человека на водоемы, в том числе несанкционированные водовыпуски, загрязнение береговых полос, водоемов, отходами производства и потребления, выявление затонувших пластсредств и иных нарушений. Напомним, ранее рядом с жилым комплексом «Метропарк» было зафиксировано загрязнение реки и береговой линии строительными материалами. Сейчас природоохранная прокуратура проверила исполнение требований законодательства по возмещению экологического ущерба, в том числе путем рекультивации и иной очистки загрязненных земель, водных объектов и компонентов окружающей среды. По всем выявленным нарушениям Рязанской природоохранной прокуратурой организованы проверки с привлечением Министерства природопользования Рязанской области и Приволжского межрегионального управления Роспотребнадзора. Кроме того, за нарушение режима содержания гидробионтов, животных, живущих в воде, возможно, будет наказан рублем один из рязанских предпринимателей. Пока что правоохранители вынесли ему представление об устранении нарушений. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».